Здрасте. Девушка. Да, вы в рассвет? Весть от Бога. Путин в этом году объявит себя Богом, Иисусом Христом. Ему художник нарисует икону, и он заставит всех поклониться своей иконе. И заставит принять под кожу, на правую руку, где пульс. Электронный паспорт, электронный чип, а наличные деньги отменит. Он скажет, они недействительны. И денег не будет на земле. И через компьютер, и этот электронный паспорт, он начнет уничтожать людей. В первую очередь пенсионеров, чтобы не платить пенсию. Инвалидов, чтобы не платить пенсию. Судимых, чтобы не содержать в тюрьмах. Безработных и больных, чтобы не лечить в больницах. В Библии написано, в самом конце Библии, Откровение, 13-14 глава. Кто примет начертание зверя на руку, тот после смерти идет в ад, под землю, в огненное озеро, горящее серою, и будет вечно гореть в огне. А нельзя отказаться от чипа? Нужно отказаться. Девушка, если вы примете этот паспорт, вы идете в ад. Гореть. Я поняла, я не хочу. А если вы не примете электронный паспорт и не поклонитесь путинской иконе, вы идете в рай, где вечное блаженство. Это хорошо, но я не буду поклоняться путинской иконе. Только знаете, что сделает с вами Путин? Что? Отсечение мечом головы. Он отрубит мне голову. Палачи у Путина готовы в каждом городе. Окопы вырыты для трупов. Господи, мне страшно. Ему осталось объявить себя Богом. А в Библии написано, не бойтесь положить голову под меч. Перед смертью попросите прощения на небо у Иисуса Христа за все свои грехи. Бог простит все ваши грехи. Вам отсекут мечом голову, а Бог воскресит вас на третьи сутки, как Иисуса Христа. Вы слышали, на Пасху мы говорим, Христос воскрес, да. Воистину воскрес. И нас воскресит Бог. Только вы воскреснете уже не в этом теле, в новом, в небесном. Тело будет легкое, воздушное, небесное, невидимое для этого мира. И Бог своей силой притянет вас на третье небо. Вы полетите в рай, где Царство Небесное, где вечное блаженство. А здесь на земле будет атомная война с Китаем. Когда? В 21 году. Господи, это же скоро. А почему? Китайцы не поклонятся путинской иконе и не примут электронный паспорт. И Путин применит атомное оружие против Китая, Китай против России. Война будет идти один час. И после атомной войны пустыня останется от России, пустыня от Китая. А зачем Китай должен поклоняться Путину, если это отдельная страна? А он же антихрист, он поедет по всем странам. И в Америку, и во Францию, и в Китай, и в Израиль. А евреи никто не поклонится путинской иконе. Все в рай. Все евреи в рай. Россия 80% в рай. Украина 80% в рай. Не поклонится ему. Америка только 25% в рай. Так это получается, что это совсем скоро будет? Да, в конце года. Вот ждите, в конце года он объявит Богом. И деньги недействительные объявит, денег уже не будет. Хорошо. Читайте Библию и скажите своим родным, знакомым, друзьям. Так, что, кажется, ко мне идет пассажир. Вот эту весть. Чтобы они не кланялись путинской иконе и не принимали электронный паспорт. Хорошо, я им обязательно передам. До свидания. Здрасте.
А у меня написано остановка. Не знаю, нам сказали центральный. Это вы, наверное, пытаетесь мне позвонить. Нет, смотрите, видите, написано остановка, автовокзал. Ну, не знаю, нам сказали, что центральный. Хорошо, что вы догадались, куда пойти. Да я просто увидел, что стоит лагерь. Просвет, да? Да, 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 да. А, вы увидели, да? Да. Ага. Ой, это так странно. Я, значит, сюда приехала, подъехала, это 122 лайн. Я подумала, то, что, наверное, мой пассажир... Не-не-не, мы ждали. Вызвал такси. Все, Катя, они вызвали, остановки у них забиты. Да, да, да. Ага. Нет, нет, ага, да. Знаете, я извиняюсь, я обычно не достаю пассажиров, но я должна вам это рассказать. И я такая думаю, по-любому, значит, мои пассажиры уехали. А мне нужно самой в рассвет. Я думаю, ну что, я буду их стоять, ждать? Я только собираюсь уезжать, ко мне подходит эта бабка. Она к нам тоже подходила. Ну, она к сыну тоже подошла. Она вам тоже рассказывала про то, что Путин объявит себя Богом? А нет, там помолиться, там надо. Нет, она сказала, типа, это Путину не молиться. А, Путину не молиться. Будешь молиться, в ад попадешь. Нет, она сказала, что Путин в конце года объявит себя Богом, всем внедрит этот электронный чип, а потом будет всех, короче, за счет этого чипа уничтожать. Но, в общем-то, дело не в этом, а дело в том, что благодаря этой бабке я осталась здесь стоять, не уехала, и вы меня нашли. Это просто реально какой-то, блин, вообще, ну, так, это так странно. Вообще, бабка такая сумасшедшая, прикольная. Бабка, она остановила время. Да, да, она и меня остановила. Реально, я уже только думаю, ну все, по-любому уехали, наверное. Не, наоборот.